будни и праздники вологодского живописца, потому что здесь есть как радостные сюжеты, так и такие более будничные. И Виктор Константинович, он вот давно уже нашел себя, он сразу выбрал свои сюжеты, так как он в прошлом реставратор, поэтому темы иконы, древнерусской иконы, они очень ему близки, вот эти сюжеты, и он через эти сюжеты, через стилистику иконы, он как раз вот строит и свои произведения, то есть язык иконы, а также язык русского и зарубежного авангарда стал его языком. Темы такие вот драматические, потому что жизнь наша, она действительно заставляет как-то задумываться и прикладывать очень много сил, чтобы вот выйти к свету, ну и художник к свету выходит.